Сейчас. Да, знаешь, едет в троллейбусе молодой Растаман Костя. Весь из себя Растаман, Растаман. Дреды 10 сантиметров. Свои недорощенные. Майка с Боб Марлей. Повязка такая флюрная. Правильных цветов. Штаны в два раза шире жопы. Кроссовки на ней, как утюги. С салатовыми шнурками, которые во флюре светятся. А его, значит, ну, весь такой расписной едет в троллейбусе. И сосредоточенно втыкает в окно. Спутов зашифровался. А вокруг проплывает ночной пейзаж. И все такое близкое, знакомое. И вот этот дом знакомый, вот эта аптека знакома. А вот это, а что это за бутик? Откуда здесь бутик? Опа, опа, а это еще что такое? Это что за забор? Блин, я туда еду? А не, вроде туда. Ага, вот опять знакомая фашура. Вот опять знакомая. Опа, это что? Ну вот, представляете, езда в таком состоянии. В конце концов, он решает, что надо же ему в конце концов узнать, на какой он троллейбус сел. А как это сделать? Ну, допустим, я бы просто встал бы и спросил у пассажира номер троллейбуса. Но я же уже старый, а Растаман Костя молодой. Ему кажется, что если он встанет и спросит, люди, а что это за номер троллейбуса, то люди, во-первых, будут ржать, а во-вторых, он запалится сразу. Поэтому он предпочитает сделать вот что: выскочить из троллейбуса, посмотреть внутрь и заскочить обратно. И он это проделывает. Выскакивает, смотрит, заскакивает обратно. Прется с себя. Какой героический поступок он только что совершил, как он их это все провернул. А потом соображает, что номер он не то что не запомнил. Я даже не прочитал. Ну, позапаренную, ну, с кем не бывает. Окей, выскакивает на следующую остановку. Смотрит номер. Бежит обратно, забывает номер. Бежит уже смотреть боковой номер, чтобы два раза перед носом дебель тишить. Смотрит его, пишет пальцем до ладошки. Бежит обратно и видит, что троллейбус от него уезжает. Ну, короче, водила то ли запарился ждать, то ли Растаманов не любит. Ну вот он уехал. А время между тем уже ночное. Уже около 12. Следующий троллейбус непонятно когда будет. А райончик такой, зеленый райончик. Какие-то пятиэтажки.
И вот появишься ты там такой расписной. Полдвенадцатого ночи. Ростовой Костя осматривается вокруг и видит на троллейбусной остановке большое граффити «Джа Лайф». И говорит: «Слава Джа, это же моя остановка». Эту надпись я знаю, я ее сам писал. И идет домой. И все, конечно, вокруг уже гораздо более позитивно. Родной микрорайон, милые пятиэтажки. Оно слегка не такое, но по нормальной траве, в общем, нормально, что оно слегка не такое. По хорошей траве все слегка не такое. Вот он домой приходит, там открывает ему папа, тоже слегка не такой. Ну, они с мамой как раз сегодня покурили, пока сына не было. Шифруются они от сына. Поэтому папа с ним не разговаривает, чтобы не палиться. А просто показывает вот так. Ну, это означает «Жарфана Кур». И бегом к маме, они там от телевизора оторваться не могут. Офигенно смешной сегодня телевизор. Забавные новости, прикольная реклама. Растаман Костя поужинал, лег спать. И снится ему всякая разноцветная хрень. И не знает он, что ровно в том же городе, на том же районе, в одной остановке от него, живет точно такой же Растаман, с такими же 10-сантиметровыми дредами. И майка у него с того же ртового рынка. И штаны у него такие же конопляные, по интернету заказывали. И зовут его тоже Костя. Вот такие дела. А к чему я эту тему рассказываю? А к тому, что Растаман Костя пришел к себе домой. А домой к тому Растаману Костя. И вот он там у него дрыхнет. А в это время его настоящие родители, которые не то что траву, они даже не пьют. И табак не курят. Это раз. Вот они сидят с таким серьезным видом, решают проблемы семейной педагогики. Потому что уже час ночи, а сына еще нет и не звонил, и не прозванивается, не отвечает у него мобила. Ну, понятно, почему не отвечает. Он родителей поставил в отдельную группу, которая у него на молчаливом режиме на сайленте. Но есть такие люди, от которых никак не хочешь звонков. Ну вот они у него все стоят на сайленте, такая группа враги, и папики там. Оба телефона и домашние. Вот. Значит, телефон не прозванивается, они начинают обзванивать его друзей. И в первую очередь звонят Гене психоделику. Ну, то бишь для них он кенокоренной школьный друг, который должен все знать. Не знают они, что он на самом деле генопсихотелик, главный местный шульгиноед и шульгиновед. И вот как раз сегодня у него знаменательный вечер. Сегодня он впервые знакомится с творчеством Альберта Хоффмана. Ну, то бишь, грубо говоря, с колоссом на первую марку. В одно время. Он же следователь. И сидит сейчас, да, представляет, вернее, пытается понять, про это или не про. И пытается понять, правильно ли было давать у кого-то марки кошки.
Может быть, как раз этого полка сейчас не хватило. Ну, потому что картина какая-то скромненькая. Все симптомы налицо, а синдрома нет. Ну, вот так, если зрение расфокусировать, то все поплывет, замерцает. Расфокусировать, опять все квадратное. И тут звонит телефон. Домашний. Гена зачем-то снимает трубку. Ну, в принципе, уже по одному этому можно понять, что его накрыло. В нормальном состоянии трубку с домашнего снимать. Ничего хорошего оттуда не приходит. Какая-то тетка в трубку говорит: без здрасти, без ничего. Гена, Костя, у тебя? Ну, а Гена уже не прет говорить про Костя. Гена только что гораздо более глобальную вещь понял. Он понял, что у Кошки не только снаружи усы. У нее еще внутри усы. Прокручивается через все тело и вылазит наружу, в виде шерсти. И проплеваются в бесконечность. То есть, по факту, кошка – это узел, завязанный на пучке вот таких вот струн. И тумбочка, и телефон, и, наверное, Гена – вот все такие вот узлы. Вот читал он где-то про теорию голографических суперструн, пытался это как-то понять. Но там слов таких умных навернуто. А зачем слова? Это здесь вот так вот прямо видно. И Гена всю эту тему излагает прямо в трубку, без знакомой тетки. И походу понимает эту херню с порушим. Ну потому что тетка-то на самом деле опасная тетка. Это Гена, это Костя Растаманов, жена. Мама, это Костя Растаманов. Наркофобка бешеная. Но, к счастью, она ничего не поняла. Она поняла это по-своему, она поняла, что Гена ей пытается голову заморочить. А Костя где-то у себя прячет. И она говорит: так, Гена, скажи Косте, чтоб шел домой, а ты через 15 минут не появишься. И Гена понимает, что они таки появятся. И это будет такой бэт, какого не было со времен 25-кратной сальни. И что сейчас надо срочно валить из квартиры. И кошку с собой забрать, потому что она что же для Цилмарку хамала, нафига этот бэр. И, короче, значит, кошку сажать в переноску и быстрым шагом из своей хатки. А где-то квартала через три прикидывает, что кошке надо было объяснить, что она сейчас на такой измене, потому что ее схватили, не пойми за что, засунули в переноску, потащили на улицу. Оглядывается на переноску, а там пусто. Ну, свалила где-то по дороге. Гена тогда по кустам кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Тут из какого-то куста раздается жалобное мяу. Мяу-мяу, а из кустов не лезет. Тогда Гена лезет туда сам. Ну, понимаете, в кислоте это как путешествие по джунглям. Но он находит там черную кошку. По такому вот ядовито-оранжевому, почти красному сиянию, которое она из себя излучает. Он с ней рядом садится, разговаривает, успокаивает, гладит. Сияние постепенно желтеет, в норму приходит. Он вытаскивает кошку из кустов, сажает в переноску.
И тут видит, что рядом стоит Костя. И с интересом на него смотрит. Гена говорит: Костя, что ты здесь делаешь? Тебя родаки по всему району ищут. Костя на него смотрит удивленно. Потом достает мобилу, проверяет вызовы. Говорит: не, чувак, ты гонишь. Родаки мои давно спят. И меня не ищут. Ну, знали бы вы, что он сейчас пережил только что. Но он же пока что от своих родаков. Он заходил к себе домой и дома обнаружил себя. Ну, представляешь? Заходит он домой, так потихоньку. Чтобы родаков не разбудить, потому что у него на кармане полстакана актива. Могут отобрать свою пользу, они давно пропалились. Вот, значит, заходит тихонько, вешает на вешалку свою растаманскую повязку. И видит, что она там уже висит. Разулся. Кроссовки там уже стоят. Такие же точно. Тогда он заходит, не разуваясь, к себе в комнату. И видит там на стуле свои штаны, в углу свою майку. А из-под одеяла торчит такая вот тридастая голова. Он его тыкает, а оно живое. Оно ворчит что-то там сквозь сон удивительно знакомым голосом. Короче, Растаман Костя пришел сюда только на улице, квартала за три от дома. Посидел на лавочке, убедился там постепенно в том, что на самом деле такого не бывает, что ему, наверное, приглючилось. Что надо теперь домой возвращаться. Но обнаружил, что забежал в какой-то район, незнакомый район, и по темноте домой вернуться не получится. Поэтому пошел к остановке. И там встретил Гену психоделика. Абсолютно незнакомый чувак, вылезает из кустов с кошкой. И говорит: Костя, ты где шляешься, тебя родители ищут. И вот Костя проверил вызова, говорит: чувак, да не ищут они меня. Они мне, видишь, даже не звонили. Гена говорит: зато они мне звонили. Такой приход обломали, чувак. Если ты первый раз в жизни кислоту ел, и прямо на приходе с твоей мамой разговаривал. Костя говорит: а что они тебе звонили? Кто ты вообще такой? Вот это вопрос. Кислоте человеку задать. Ну, Гена психонавт матерый, хоть и молодой. Он говорит так: в настоящий момент у меня майка генопсиходелика, штаны генопсиходелика, шузы генопсиходелика. Все это на мне. Значит, я генопсиходелик. А ты, Костя Растаман, я тебя знаю, я с тобой в одной школе учился, если ты не помнишь. За одной партой сидели, если ты не в курсе. Короче, у меня даже твой номер есть, я тебе сейчас позвоню. Достает мобилу, набирает Костю.
у Кости ничего не звонит. А в это время там гудки обрываются, и Костя спрашивает: «Гена, ты чё? Который час сейчас знаю, затолкал 2 часа ночи звонить». Гена смотрит на одного Костю. Слушает другого Костю. И понимает, что его голову сейчас разорвет на 2 головы, потому что в одну голову это не влазит. И тогда он делает то, что впоследствии его спасло. Он отдает в обилу Косте Растабану, чтобы Костя Растабан поговорил с Костей Растабаном и замкнул этот разболтавшийся конь под реальностью. А сам садится на бровку тротуара и повторяет мантру кота Барбоса. Это не страшно, это глюк, это пройдет. А Костя Растаман спрашивает Костю Растамана: «Это твой друг тебе только что звонил?» Костя, который все еще считает, что он дома, говорит: «Да, а чего?» Костя, который на улице, отвечает: «Жесткий неадекват. Сидел сейчас в кустах, разговаривал с кошкой. А потом вылез и пытается меня убедить, что я — это ты». Костя, который типа дома, смеется, говорит: «Геннадий упоролся на отличника. Дай ему трубу, я ему сейчас все объясню». Костя передает трубку Гене и идет в направлении остановки. А Костя, который дома, объясняет Гене: «Гена, попустись, все нормально, я дома, этот чувак совсем не я. Посмотри на него внимательно, этот чувак на меня даже не похож». Гена бежит за Костей, оббегает его вот так вот. И отвечает Костя в трубку: «Костя, друг, ты не поверишь. Чувак на тебя офигеть как похож. Дреды как у тебя, майка как у тебя, кроссовки как у тебя. Походу, это ты». И тут Костя, который по этому разговору начал что-то догонять, хватает трубку и кричит в нее: «Так это ты под баклад у меня дома спишь?» Костя, который все еще уверен, что он дома, говорит: «Сам ты под баклад, я у себя дома сплю». Костя, который на улице, говорит: «Чувак, я сейчас вернусь домой и все тебе объясню. А пока что чисто для развлечения, попробуй позвони себе на домашний. Потому что папики тебя уже обыскали». Отдает трубку Гене психоделику, а Костя, который уже сомневается, что он дома, зачем-то звонит себе на домашний. Но там трубку никто не берет, потому что папики его уже по району искать отправились. Тогда он звонит папикам, через некоторое время уже покинул эту квартиру, с улицы звонит папикам осторожненько на мобильный. Но они не отвечают. У них руки заняты. Они как раз сына поймали и домой молоко. А он опирается, упирается, кричит: «Пустите, я не ваш сын». А они ему: «Сейчас придем домой, покажем, чей ты сын». И морды такие красные, хоть прикуривай. Затаскивают они его в подъезд. Папа начинает ковырять дверь ключом. Дверь не поддается. Мама ему что-то советует.
Он на нее огрызается, она в долгу не остается. И начинается у них такая дискуссия, что за этой дискуссией они за сына немножко забыли. Но он высвободился и бегом вниз по лестнице. И очень вовремя. Потому что минут через пять подъехал туда ментовский патруль и повязал их у скандалистов. И уже под утро в ментовке, вдоволь наглумившись, им объяснили, что на самом деле они попутали квартиру. И ломились в дверь какой-то соседской бабушки, которая по совместительству оказалась мамой местного утера. Папики в шоке, уже впервые в жизни переночевали в обезьяннике. Вернулись домой, а сын уже дома. Они ему ничего рассказывать не стали, сами хороши. А Гена психотерапевт пришел домой, выпустил кошку из переноски. Кошка пошла хату нюхать, заглянула под диван, а тут только и вылазит оттуда реально кошка генопсиходелика, которая еще не отпустила, которая еще в самом начале свалила с переноски и просидела всю эту тему в квартире. Ну так вот и стало у генопсиходелика две одинаковых кошки. Они потом подружились, и какая-то из них оказалась другого пола. Или это первое с самого начала другого пола было. Ну, короче, стало у Гены психоделика две одинаковых кошки разного пола, способны к разным веселым и продуктивным взаимодействиям. Ну, вот такая вот история. На этом завершать, наверное, будем. У меня завтра хакинг концерт. Вот, да я сюда приеду еще не раз, ребята. 4 августа. Ребята, просто не в состоянии, извините. Спасибо. А, спасибо. Да, за гостиный двор уже лучше Тарас расскажет. Давай, Тарас, расскажи нам. Давай, Тарас, давай, брат.